Как я был близок, господи! Всем хай, с вами Юджин, и сегодня мы с вами играем снова в Granny 3. И на этот раз эта игра вышла на ПК, наконец-таки. Сейчас мы с вами, как я и обещал, пройдем эту игру на экстриме. А может быть и не пройдем, я не знаю, насколько экстремальной будет эта игра. Возможно, дед станет более метким, возможно, бабка станет быстрее. Возможно, Слендрина будет чаще появляться. Я не знаю, но знаю одно наверняка. Я поимею их. Ставим экстрим, давайте посмотрим интрошку, может быть, что-то новенькое там нам покажут. Но сперва у меня есть очень важная новость для всех художников. Если ты скилловый художник, то ты мне нужен. Твой пол не важен, твое местоположение не важно, главное это скилл. Все дело в том, что я ищу себе нового художника для моего комикса Game Hunters. Чтобы не искать кого-то на стороне, я решил в первую очередь обратиться к вам, в доску своим. Потому что я знаю, что вы будете относиться к этому проекту с максимальным теплом и отдачей. Поэтому я организую маленький конкурс. Вы должны нарисовать арт размера А4, где персонажи Юджин и Алекс будут вместе делать что-нибудь, не знаю что, сражаться с игровыми монстрами любыми. Что конкретно они будут делать, это уже от вас зависит, мне важен ваш полет фантазии. Но есть одно очень важное условие, ваш арт должен быть максимально похож по стилю на предыдущие уже вышедшие комиксы. Потому что для меня это очень важно, сохранить стилистику комикса. Короче, если ты в деле, то закидывай свой арт в специальный альбом в моей группе в ВК, ссылка будет в описании. У тебя есть 3 дня. Почему так мало? Потому что мне нужен человек, который сможет работать быстро. Быстро и качественно. Потому что времени очень мало, и мне нужно успеть до конца сентября выпустить 3-й номер. Ну и те из вас, кто не является художником, тоже могут поучаствовать. Заходите в альбом и голосуйте за понравившуюся вам работу. Ваше мнение я тоже буду учитывать. Чтобы вдохновиться на арт, заходите на pressi.ru, включайте любой из комиксов, они все бесплатно на сайте, и вдохновляйтесь. Тот художник или художники, чья стилистика мне понравится, станут частью моей команды Game Hunters. Разумеется, это не бесплатно. Друзья, я максимально нуждаюсь в вас и в ваших талантах. А теперь переходим к видосу. Ага, мы снова заходим в этот дом, все как раньше. Смотрите, тут добавили туман, очень прикольно выглядит. Жалко, что тут не сделали как в предыдущей части, когда ты ставишь хардкорный экстрим мод, все становится кровавым, все текстуры, музыка добавляется неприятная. Нет, здесь такого нету. А нет, все закрыли. Боже мой, неужели здесь кто-то опасный обитает? Нет, никого здесь нет, это заброшенный дом. Я словно... А как звали чувака из Outlast, который с камеры пошел наблюдать за... О, нет! О, нет. Ну, наблюдать за психической больницей, помните? Так же и я с камерой. Сейчас проникну сюда и узнаю, что тут за мутки делаются. О, нет! Нет, дед, не стреляй! Я же просил, я до чего это сказал? Он же не слышит. Блин, а если бы он слышал, я бы мог сказать не стреляй, он такой, а, сори, не буду. День первый. Я должен понять, почему они так меня ненавидят, за что? Что я им сделал? Высвободимся сейчас, так, присесть на си, да, все, я знаю. Hold E. Тебе придется привыкать к немного новому управлению, поскольку это не эмулятор, это уже ПК. Выходим, давай быстрее открывай. Все, выходим. Че, новенького? Ничего. Наверное, не добавили, да, новую концовку, а жалко. Смотрите, бревно, очень надо прямо сейчас. Есть! Иди сюда, бревно. Пойдем со мной. Ты мне нужен. Воу! Смотрите, туман прямо здесь. Как будто тут накурили. Это что, кальянное, что ли? Слышите? Тихо. О, май гад! Ладно, открываем. Черт, не заперли меня в подвале. И смотрите, как сияет все. Как будто ночное небо. Можно даже не выходить из этого подвала. Можно жить здесь. Ой, что это? А, это была Слендрина, но что-то я как-то даже не обратил внимания. Открываем. Игра немножко подлагивает. О, ха-ха-ха, немножко сказано, блин. Это она жесть как подлагивала только что. Игра, перестань, это Слендрина все. О, воу, воу! А, они с двух сторон на меня напали. И он тут же стреляет, получается, дед. День второй. Хорошо, хотя бы бревно вынес. Выходим еще раз. Меня бесит, что эта игра жесть как лагает. День третий. Как вы знаете, у нас опять по-стандартному все. Первая катка из 5 дней просто лажовейшая. Идем, смотрим. Есть кто? Берись бревно, берись бревно. Нам наверх нужно. Да что за лаги такие? Что за лаги такие? А! Багажник есть что? Нету ничего. Воу! Воу-воу-воу-воу-воу! А! Он тут же стрелять начинает. День четвертый. У нас есть 2 очень большие проблемы. Первая, это дед сразу начинает стрелять. Нам лучше вообще ему не попадаться на глаза. И вторая, игра, блин, лагает. Слушайте, я прям ощущаю экстрим. Это очень экстремальный... Да какого дьявола? Слендрина какая-то глючная тоже здесь. Пойдемте на улицу, надо за бревном сходить. Бревно, ты где? А вот и ты, бревно. О, смотрите, доска. На самом деле, мне туман это начинает подбешивать. Он какой-то уродский. Проходим. It's okay. Ой, ай-яй-яй-яй-яй! Слендрина тут же меня убивает. Я отвернулся от нее. Вы видели это все. День пятый.
Экстремально просасывает Евгений сейчас. Надо затащить. Нельзя просто так сдаваться. Хотя будет отстойно, если я сейчас такой прогресс очень будет сильный, хороший. Но я сдохну, и у меня все, никаких попыток больше нету. Тихо. It's okay. Все, быстренько шарим. Шарим, шарим. Ничего нету. Вода здесь. Быстрее, быстрее. Нет, ни хрена. А! Тихо. Опять лагает. Смотрите. Вот здесь. Кухня. Очень лагающая кухня. Ой, нет. Пожалуйста, перестань. А! Понимаю, почему так лагает эта гребаная игра. Бабушка, мы уже приехали. Вот что делают родители с детьми, которые постоянно это спрашивают. Да задолбал ты, сынок. Внучок ты гребаный. Ты уже точно приехал. О! Они изменили. Есть. О, дед, ты крутой мужик. А бабка что, сдохла? Она вон стоит. Бабка сдохла, дед поебел всех. Вот о чем эта игра. Дед такой подговорил: баб, хочешь этого чувака убьем вместе? Динамитом. О, какая классная идея. Я попробую графику чуть ухудшить. В самом деле, могу прям на минимум. Понеслась. День первый. Хорошо, казнь обновили, это прикольно. Даже с шуткой. Чуть первый раз мы очень долго открываем эту дверь почему-то. Тик. Есть что? Нет ничего. Ничего нет. Стоп. Стоп. Как будто бы кто-то пытался дверь открыть. Слышите? Сюда идут! Идут или нет? Как же нервничаю. Походу не идут. Да-да, мы идем. Этот подвал как будто бы хамам. А, щит. Я напарился, бабушка с дедушкой. Выпустите меня. Ой, это... Фьюз! Фьюз наш... Она догнала меня. Стоп, погодите. Если она так быстро бегает, то как вы хотите, чтобы я справлялся с этим? Ха. Это вопрос, на который нет ответа. Как я должен это пройти? Я должен... Стоп! Я понял, что я должен делать. Все, шутки кончились. Я больше не смогу убежать от них. Я должен просто не попадаться бабке. И деду. Я вообще никому не должен попадаться. Вы видели скорость, с которой он, блин, бежит? Скорость, он... День третий. Я не пройду эту игру сегодня. Я точно ее не пройду. Это уже третий день второй катки. Надо что-то менять в своей тактике. Во-первых, двигаемся только на картышах теперь. Здесь даже на слух невозможно ориентироваться. Во второй части хотя бы они включали радио или на пианино играли. И я понимал, кто где находится. Тихо. Теперь их можно только дверьми остановить на самом деле. Чуть-чуть. Деда я видел только что. Пойдем. Ты, блин! Так хорошо все было! Я успел же отвернуться! День четвертый. Евгений, кажется, всосал. Но только трижды всосав, Евгений признает поражение. Так, аккуратненько. Тихо, это дед. Он идет. Он прихрамывает, кстати говоря. Бедняга, он, наверное, так же видит этот мир, как и я. Вот эта камера трясется, очень неудобно. Я бы тоже злился. А бабка наверху? Как понять? Наконец-то мы здесь. Ой, блин. Нафиг. Есть что? Нету ничего. Открыть нафиг. Идем дальше. Что-то есть. Генераторный. Под кровать. А, успел. Пожалуйста. Она слишком быстро стоит. Да, Евгений? Классно. Хорошо сказано. Она слишком быстро забежала. Я подумал, что вряд ли. Последний день. Блин, как же быть? Это жесть. Это старики на стероидах. Это старперы, которые всю жизнь занимались спортом. Да блин. Вот сейчас я даже никак не среагировал. Она сама исчезла. Ай, май гад. Пожалуйста, только не сюда. Кинула. Так небрежно кинула. Просто drop it like it's hot. Ё-моё же, ё-ё-ё. Она сюда идет. Опасность. Да ё-моё. Опасность миновала. Она здесь, опасность. Их встаем. Господи. Куда вот она пошла, бабка, непонятно. Капкан нельзя трогать. Если я попаду в капкан, я не выпутаюсь. Блин! О, блин! Как ускориться? Закрой дверь! Ладно, это просто ролик, где мы будем смотреть разные смерти. О, давайте посмотрим здесь как. Я готов! Покажите мне шоу. О, крокодилью. Бабка, видите, она тоже не особо хочет, чтобы мы умирали. Этот дед, это его идея. Все это время дед это мастер-майнд такой, знаете, кукловод. Он стоит за всем этим. Он строит эти дома, проектирует их,
заводит этих крокодилов. Так, давайте почитаем какие-то советы. Наверняка здесь есть советы. А, нет, они одинаковые для всего. Блин. Тогда просто играем. День первый. Дорогой дневник, это уже третья катка. В общей сложности я прожил здесь 10 дней. Эти старики двигаются максимально быстро, а я двигаюсь очень медленно. Такое ощущение, как будто бы это я старик. Возможно, я вовсе и не внучок. Возможно, я старше их. И это два молодых, по моим меркам, чувака, чувак и тёлка. Они меня прессуют. Они пытаются вытрясти из меня всю пенсию. Я их старик, их дедушка, который не оставил им наследство. И они очень сильно разозлились из-за этого. Надо было в ту дверь. Слышь, идет. Дорогой дневник, бабушка заметила меня и идет прямо ко мне, к моей клетке. Я не знаю, смогу ли я дописать эти строчки, ведь это очень важные строчки. Кажется, я смогу их дописать. Да, все, принесло. Я обещал, что напишу эти важные строчки. Итак, важные строчки. Все, написал, ура. Идемте. Я тебя умоляю, пожалуйста. Пожалуйста. Нету. И, кстати, только первый день, да? Упс. Хорошо. Все, она пошла. Выходим. Я очень боюсь открывать эту дверь. Как я был близок, господи! Как я был... О, прости, микрофон. Из-за того, что я знаю, что у меня нет шансов теперь. Если я попался на глаза, все. И из-за этого мне еще страшнее играть в эту игру. Я на нервах. Плиз. И бабка вышла. Плиз. Да, ё-моё. Окей, все, среагировал, хорошо. Это я молодец. Оп, капкан. О, опасность! Издал опасный звук, нельзя было. Не стоило. Здесь нет ни хрена. Побежали. Быстрее наверх, это безопасность. Быстрее безопасность. Прими меня. Фух! Бревно! Как ты тут оказалась? Почему я говорю таким голосом? Я голосом ползуна начал говорить внезапно, потому что я на нервах. Нервы, уйдите. Ты грёбаная птица, я тебя ненавижу. О, кабель! Там я вижу патроны и еще что-то. Мишка! Мишку обнаружили. Внимание, отряд Альфа, Мишка обнаружен. Альфа? Альфа, прием! Вы слышите? Кто не отвечает, я здесь один. О, господи. Так, что должен сделать? Я должен кинуть это бревно. Я должен его кинуть. Джоп. Осторожней. Заспаунится ли бабка? Придет ли она проверять, что это был за грохот? Пришла она проверять. Кстати, я же могу не ссать. Спрыгиваем. Здесь меня никто не тронет. Вижу очень важные вещи. Так, надо не забывать, что Слендрина может в любой момент прийти, явиться мне, моему взору, и оскорбить его своим уродством. Так, да блин. Сюда. Все. Так. Охреть ты быстро. Иди-ка ты отсюда. Окей. Живы, живы. Весь ли я третий этаж осмотрел? Вот это я не знаю, не помню. Папка, где она? Знаете что? Мне в первую очередь надо не это сделать. Не надо спускаться. А, блин, выбора-то и особо нет. Черт, надо спускаться в первую очередь. Короче, надо за Мишкой сходить. Ну прыгаем, фиг ли делать. Все, все, без вариантов. Нам бы открыть желательно эту гребаную дверь, да? Окей. А! Тихо. Как же я боюсь здесь быть, как же здесь страшно быть. Аккуратненько, аккуратненько, аккуратненько. Нет, ни хрена. О, боже мой. О, господи Иисусе. О, господи Иисусе! Блин. А, блин! Черт! Да черт, я как гребаный твой дневник промахнулся! Простите, ребят, я на нервах. Не могу не орать. Это дед меня поимел. Он специально меня выманил день второй. Он выманил меня. Он такой, по-любому Евгений клюнет на шотган. Я клюнул. А кто бы не клюнул? Вот ты бы не клюнул на шотган. Конечно же, клюнул бы. Как мне Мишку-то? Что мне с Мишкой делать? Вот я возьму его, они тут же все прибегут. Так, хорошо, идет. Блин! Дед в эту сторону пошел. Он ушел. Ай, блин! Он не ушел. День третий. Так хорошо первый день шел. Прям вот идеально. Гоу сюда. О боже мой. Подождем здесь. Надо увидеть, кто куда пойдет. Здесь 9 дырочек. Это очень удобно для всех моих 9 глаз. О, вот. Все. Дед ушел. Он в подвал, что ли? И бабка. Я слышу, она за стеной. Бабка идет. Да, хорошо. А дед? Вот он. Только не наверх, я тебя умоляю. Спасибо, дедушка. Ладно. Это шанс пойти на кухню. Боп. Оп. Пожалуйста, быстрее, Евгений.
Вот прям чуть-чуть быстрее. Я успел. Впервые в жизни я убежал от бабки. Не дай бог, она прям вплотную подошла. Ты тычешь меня своей дубинкой. Она так просто вплотную подошла, я думал, что все. У меня аж эмоции ушли. Я перестал верить в этот мир. Блин. Черт, запаниковал, дверь закрыл. Нафиг. Ну, спасибо, дед, открыл. Почему они все прям вплотную сюда идут? Куда она там вообще смотрит? Там нечего. А, там окно. Он смотрит в окно. Окей, он пошел наверх. Идем. Да господи! Быстрее, пожалуйста, пожалуйста! Лезть! Кажется, спасся, кажется, спасся, кажется, спасся, кажется, спасся, кажется. Скорее, прошарить. Она же даже дверь не открыла. Она не видела, куда я побежал. Ну не видела она! День четвертый. По каким законам ты работаешь, бабка? Вот, мне нравится вот эта стартовая локация. Отсюда видно хотя бы что-то. Они оба спускаются. Это очень хорошо. Оба пошли сюда. Чё они друг за другом ходят? И оба пошли наверх. Как же тихо они ходят. Я ничего не слышу. Неужели ты тоже пойдешь сейчас наверх? Нет, дед пошел не наверх. Спускается. Да. Ладно, попробуем. Боже мой, боже мой. Нет! Быстрей! Блин, два раза! Два раза промахнулся, винтовая лестница, спаси! Все, хватит, эй, хватит, я уже здесь, в домике. Я в какой-то момент понял, что я поймал тональность петуха, так завизжал. Смотрите, а Мишка, кстати, за рулем прям сидит, таксует, наверное. Это мой Uber подъехал. Эй, Евгений, я хочу предупредить, что у тебя 3 минуты бесплатного ожидания. Блин, и за 3 минуты я никак не успею. Вообще, видишь, у меня тут проблемы, мог бы хоть и скидку сделать. 2 минуты. Сволочь, а? Отвечаю, я поставлю 1 звезду. Так, собственно, из-за того, что я не знаю, какая это уже катка по счету, я не помню, где я был, что я видел. О, ладно, давайте спускаемся здесь, что ли. Оп, нет, что? Здесь тоже ничего нету. Обратно наверх. Они все в доме, это 100 пудов. И это очень плохо. Надо как-то выманить их. Ну, 100 пудов, надо дождаться, пока они оба выйдут. О, блин! Испугался. Куда она пошла, кстати? На улицу? О, ни хрена ты, как ты быстро ходишь! Господи! Дед! Все тут! Все в сборе! Это шанс! Она же не идет сюда! Аккуратней! Быстро, быстро, быстро! Быстро закрыть! Смотри, что это! Ключ! Эшед! Эшед! Мы нашли ключ! Сюда пойдемте! Быстренько пошарим. Оп, нет, нифига. Оп, нет, нифига. Итак, опа! Скоренько, скоренько, скоренько! Окей, значит, от шеда есть. Вот он, шед стоит. Кинем сюда ключ. Оп! Я просто не хочу сейчас его таскать в руках, потому что могу что-нибудь найти случайно. Что-нибудь полезное. Ой, хрен знает, что делать. Давайте подумаем. Если сейчас бабка будет вот здесь, нам очень нужно, на самом деле, чтобы она была именно здесь. Она тут. Увидь меня. Эй! Пожалуйста, посмотри на меня, ты сволочь. Сейчас упаду, Слендрина! Она внизу стояла, блин, чуть не упал. Надо ее как-то, чтобы она за дом ушла, к сараю. Что она делать уже? Так, ага, вижу. Жалко, нельзя нет такой кнопки, знаете, топ. Чтобы я ногой такой топ сделал, и бабка услышала. Дом пошла. Ой, блин, ладно, давайте попробуем выйти. Я не знаю, что еще делать. Оп, лучше в первую очередь с сараем разобраться. Пожалуйста, никого, пожалуйста, ника... Спасибо. Так. Палка, спички. Да вы охренели. Я не знаю, что делать. Слишком громко все было, да? О, боже мой. Ладно, выходим. Прям в нее вошел. Она никак не ожидала этого. Я не знаю, что мне делать. Пожалуйста, нет. Иди спокойно. Я не помню, что этот осматривал, что не осматривал. Кокос. А бабка сюда идет? А я не знаю. Окей, жив. Ладно, у меня идея. Иди, следующая. Залезь сюда. Точно, 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 точно. Здесь у нас безопасность. Побежали! Побежали! В безопасность! А, все. Надеюсь, дед, кстати, если увидит меня, не будет стрелять вот в эту щелку, в которой я забился, как крыса. О! Это она. О-о-о! Перестань, перестань! Она все еще бегает за мной? Она, походу, наверх ушла, да? Мне так показалось. Да, походу, наверх ушла. Так. О, блин, что? Что это мы нашли? Weapon. Это weapon. Это, блин, weapon. Ох, как это, блин, нужно. Короче, на свой страх и риск. Выхожу. Посмотрю, что в машине есть. Ничего. Только Мишка вот сидит. Это первостепенная задача. Первостепенная. Самое важное. Нам необходимо взять рогатку. Все, жопа мне.
Ладно, день пятый, последний. Но заметьте, эта катка гораздо лучше предыдущих. Я стал более осторожный. Вот почему говорят всегда, ошибайтесь, друзья, не бойтесь ошибаться. Потому что вы становитесь лучше. Быстрее, быстрее, сюда. Оп, оп, оп. Почему она не открывает? Я смирился, все, я смирился. Почему она не открывает? Она меня потеряла, боже мой. Фух, нифига себе, подарок судьбы просто. Блин, мне нужно на улицу выйти обязательно. Забрать этот ключ, это очень важно. Сволочь, а. Ну что за уродство? Так, доберись ты. Доберись ты. Я надеялся на тупых за дверью встать. А, черт, как было хорошо. Ладно, еще одна катка. Хорошо, дед доволен собой, все, молодец. Но это ненадолго. День первый. Отмыкаем, выходим. Мишка здесь? Блин, ну веселуха, я не знаю, как я буду это делать. Планка здесь. Аккуратненько, аккуратненько. Оп! Блин, не закрыл. А-а-а! Что делать? Что, блин, делать? На! Ох, какое странное у меня падение. Так, я в итоге палку принес в то же самое место, откуда взял. Классно. День второй. Да, блин, да чтоб тебя! Ну-ка, будь! О, боже мой. День третий. Аккуратненько, пожалуйста. Да господи! Да господи! У меня прям дежавю случилось сейчас. День четвертый. Вау, палочка, с тобой все в порядке, ты дрожишь. Окей, спускается. Окей. Их двое. Двое ушло. Это очень выгодно мне. Блин. Осторожно. Быстро прошарить вообще все. Оп, 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 наверх. Все, ладно. Сразу сюда. Что я нажал? Вот сюда. О, как же быстро она реагирует, а? А, смотрите, что у нас здесь. Так, все, больше здесь ничего нету. Фьюз, фьюз, фьюз. Нам, кстати, не надо его скидывать вниз. Я вот зачем-то хотел вниз. Так, ты все еще здесь? Перестань быть здесь. Да! Бабушка отчалила, кажется. Чуть-чуть подождем еще. Тихо. Вот она. Отлично. В туалет пошла. Умница! Наконец-то мы можем присобачить предмет. Есть. Сразу гоу наверх. Да блин. Да как ты... Да господи. Чего у тебя, птица? Ключ. Это от сейфа, походу. План такой. Я сейчас вот сюда спускаюсь. Так, хоп. Смотрю, что тут есть. Хоп. Ничего здесь нет. Иду наверх такой. Погодите. Да хоп, да хоп. Быстрее, все. Да ёп! Да чёп! О, был близок я! Ох, у меня аж голова кругом идет уже. Все, дурно мне, дурно. Так, здрасте. Кто тут? Что тут есть? Ни хрена! Так, идем. Не ссым. Нет, нифига. О, боже. О, попробуем. Там она, там она, там она, там она, она идет ко мне. Попробуем спрыгнуть, если что. Кажется, бы выжили. Вот так сделали, закрыли. Это умно. Вау. Вау, 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 вау. Оп! Да блин! Не могу в эту игру играть, она очень сложная. Это нереальное условие. От везения очень много зависит. Ладно, последний день. Последний день. Собрались, Евгений, собрался. Давай, соски напряг. Бегом. У нас тут еще Мишка. С Мишкой самое сложное. Во-первых, надо понять, каким образом можно его вытащить из подвала. Ибо бабка очень быстро прибежит с дедом. Мне надо его схватить, прибежать вот сюда, кинуть его и спрятаться. Так, чтобы меня не заметили. Убедиться, что они ушли далеко. Схватить Мишку, добежать до второго этажа и спрятаться под кроватью. О, боже мой, после этого мне нужно будет опять же убедиться, что они очень далеко все. Нет, другой план. Нам нужен ключ от рогатки. Так, бабка с дедом ушли, кстати говоря. Это мой шанс пройтись нормально по второму этажу посмотреть. Я уже не помню, где я что смотрел, если честно. Опс, все плохо. Погодите, стоп. Первый, второй этаж пройдены. Я ничего не нашел. Это значит, что нам нужно на кухню. Бревно! Внезапная приятная находочка. Окей, бревно так бревно. Кидай. Да, и сам, в принципе, спрыгну тоже. Нет, стоп! Я второй этаж не просмотрел еще. Мне же что надо? Мне надо в ванну еще пойти. Как так получилось? Бабка не услышала? Ладно, это хорошо. Да блин, страшно жить. Двери закрыты, здесь даже никого нету. Very good. Здесь ни хрена нет. А! Зачем я сюда зашел? Нам надо на кухню. Срочно гоу на кухню. Стоп, а здесь я шарил? Я не помню. Нету нифига. Давайте попробуем. Вдруг я выживу. А! Все, все живы. Все живы.
Хорош. Так, это будет трудно. Это будет... А, быстрее, 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 быстрее! Все, 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 все. Я верю, что бабка с таким же нервозом бежит на меня, когда видит. А, быстрее, 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 быстрее! Потому что ведь она также очень сильно хочет поймать меня, как я, чтобы она меня не поймала. Нас разделяла только вера. Вот, здрасте! Стоп, могу ли я докинуть эту штуку? Что это за бросок такой? Да ладно! Вы видели? Бабка стоит! Бабка, ты что там делаешь? Давай! Ну сильнее, ну! Да что это такое? У меня что, куриные крылышки вместо рук? Тем не менее, я продолжаю это пытаться сделать. Оп! Ага. Из Бенни Хилла как будто. Мне кажется, для серии игр Гренни самое логичное предложение — это кооператив сделать. Я вот сейчас представил, как кто-нибудь из игроков такой раз руку тянет отсюда, мол, давай сюда спички. Вот это было бы круто. Окей, у меня такой вот маленький вариант есть. Очень рискованный, очень тупой, скорее всего. Вот такой. И бежим. Вот так. Вы слышали? Она прибежала. Побежали. Блин, я не пройду здесь! Дед, пожалуйста, уйди. Блин, вот здесь надо... Ну вот так... Ой, блин. Пожалуйста! А, не в ту сторону! А, закрой! Закрой ты! Закрой, чертова! Блин, сволочь! Простите, ребят, я не могу пройти это сейчас. Не могу. Но я смогу! Однажды. В следующей серии это просто гарантированно. Гарантированно процентов на 50. Если не получится, я еще запишу выпуск, пока мы не пройдем Гренни на максималках. И если вы хотите этого, то ставьте лайк, чтобы я видел, как сильно вы поддерживаете меня, как сильно вы переживаете за меня, что вы очень хотите, чтобы я наконец-таки всех их окончательно поимел. Ну а на сегодня все, друзья. Огромное всем спасибо, что смотрели. Если вам понравилось, если вы также были на нервиках, как и я, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал, вступайте во все мои соцсети, ссылки будут в описании. Также, если вы только решили сейчас подписаться, не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропускать ни один видос. Ну а с вами был Юджин, люблю вас всех, обожаю, целую, обнимаю. И, конечно же, напоследок по традиции 5, мощнющая 5. Вы готовы? Раз, два, три, 5!